На следующей неделе в столице Чувашии откроется 9-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. В этом году в его рамках пройдут более 100 различных мероприятий и акций. Как сообщила исполняющая обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова, все организационные вопросы, связанные с проведением кинофорума, уже решены. 2016 год объявлен в России годом кино, и Чебоксарский кинофестиваль за время его проведения успел приобрести популярность среди киноведов, режиссеров и актеров. Его посетили десятки тысяч зрителей. На этот раз в столицу республики вновь приедут гости. Торжественная церемония открытия и закрытия Чебоксарского кинофестиваля в этом году пройдут в Чувашской государственной филармонии. Основными площадками, на которых будут показывать конкурсные фильмы, станут кинотеатры «Волжский», «Синема 5» и «Три пингвина». Также будут задействованы кинозал Государственного архива электронной кинодокументации, Национальная библиотека, Институт культуры и искусств, ДК «Салют» и Центр современного творчества «Сеспель». По традиции, все мероприятия в рамках Чебоксарского кинофестиваля будут бесплатными для зрителей. На сегодня сформировано жюри конкурса игровых фильмов 5 человек и жюри конкурса этнического и регионального кино 3 человека. Председатель жюри конкурса игровых фильмов – кинорежиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов. В конкурсной программе игровых фильмов участвуют 12 картин, в том числе одна картина из Финляндии. Председатель жюри конкурса этнического и регионального кино, член-корреспондент Российской национальной киноакадемии искусств и науки, кинодраматург, киновед Эльга Лындина. В конкурсной программе этнического и регионального кино принимают участие 20 картин из Якутии, Бурятии, Чеченской республики, Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии и 6 фильмов из Чувашии. Помимо конкурсной программы, в рамках Чебоксарского кинофестиваля пройдут показы детских фильмов, документального кино, а также мастер-классы и творческие встречи с режиссерами и актерами. Кроме того, состоится круглый стол, посвященный проблемам развития национального кинематографа.